у нас новшество, связанное с как раз получением этого сертификата. Фактически мы с апреля 2020 года, этого года, используем проактив. Это означает, не нужно писать заявление ни на госуслугах, ни в личном кабинете, ни тем более приходить куда-либо с заявлением на получение материнского сертификата. Это делается все в профактиве через ЕГРЗАГС. Информация сразу заносится в личный кабинет мамочки или на сайте Пенсионного фонда России, или же на госуслугах. Значит, поэтому самое важное условие, чтобы мамочка была зарегистрирована на госуслугах. Все, это условие для всех мер соцподдержки самое важное. И на сегодняшний день мы в проактиве оформили уже где-то 4500 вот таких сертификатов на детей, рожденных в 2020 году.